подтянули вот с поддержки городского головы и школы. Мы нашли общий язык. У нас мы планируем как можно больше привлечь детей к футболу и дать им возможность получать спортивное образование. И самое главное, потому что спорт за здоровье, и вытащить детей, собрать кубку айбадов. Конечно, да. Все позволяет. Что вы запланировали? Что может быть интересно, особенное? Сейчас увидите все. Будьте внимательны, оставайтесь до конца, я вам покажу. Ну, будут упражнения, в принципе, ничего здесь, наверное, такого сальто я не буду крутить, если вы думаете. Здесь это футбольное упражнение для детей, которые развивают их как у нас. Сколько по времени нужно заниматься, начинающим футболистом? Ну, как минимум час нужно заниматься, естественно. И для, допустим, для разного возраста, если это возраст младших классов, да, 6-8, да, лет, там, или 8-10, то это хотя бы 3-4 раза в неделю нужно. С какого возраста лучше начинать? Ну, лучше начинать, конечно же, чем раньше, тем лучше. Но, как правило, мы рекомендуем 6 лет, чтобы ребенок занимался.